когенерационная станция Тиротекс Энерго. И вот сердце предприятия. Именно здесь рождается электричество. Газопоршневый двигатель производит сразу два вида энергии – электричество и тепло. Основным потребителем, как и был задуман, это является наш флагман текстильный Тиротекс. Вот. Кроме него мы электрическую энергию поставляем нашим промышленным потребителям по всей республике. Это крупнейшие такие, как и Шериф, Молдавый Залит, и Квинт, хлебокомбинат, мясокомбинат. Более трех десятков различных предприятий по всей республике. А началось все в 2007 году. Тогда на Тиротексе решили построить свою электростанцию. Разработали проект, начали работы. 1 августа 2010-го суперсовременную станцию запустили. Изюминка этого проекта и строительства заключалось в том, что это не в чистом поле, как говорится, вы видите, а мы встраивались в инфраструктуру предприятия. Вот. Это намного сложнее было определить и место, и для коммуникации, для дальнейшей передачи. Но, как видите, все удачно реализовано и уже 10 лет успешно функционирует. Генераторы работают круглосуточно, 7 дней в неделю. Тиротекс Энерго – это полная автоматизация. Здесь конкретно указано, что отключилось. Для того, чтобы определить почему, необходимо направить туда оперативный персонал, который осмотрит оборудование. Мартинюк. Хорошо принято. Особое внимание безопасности. На предприятии работают с газом. Здесь все горит, кипит, испаряется. Есть современная система пожаротушения. Все данные в аппаратном зале. Непосредственно основ и запуск газопоршневого агрегата производится именно с аппаратного зала. То есть у каждого агрегата есть свой компьютер. Значит, он и является центром управления. И тогда выведены все параметры, все датчики. Когда строили станцию, приглашали специалистов из Европы. Оборудование высокотехнологичное, швейцарского и немецкого производства. Наши энергетики постоянно повышают квалификацию. В прошлом году ездили на обучение в Германию. Обучались определенным навыкам и приемам технического обслуживания, которые мы можем на данный момент проводить самостоятельно. Передовая, уникальная – все это Тиротекс Энерго. Ни в Молдове, ни на Украине ничего похожего нет. Основной принцип работы – максимальная выработка энергии, причем так, чтобы не страдала экология.